Сажусь за стол. И если я сейчас победю, как говорят в одной детской книжке, я буду большим молодцом. Молодец, пишут в чате. Спасибо. И мне предлагают сыграть против пятого дана. Лягушонка. Лягушонок пятого дана. И вот такая рука, да? То есть, как бы она такая вся из себя одномастная, но при этом 5-6 в символах. Еще 5 туда дают. Кину ветер. Хм. 1, 2, 3. Хорошо бы, конечно, здесь пару точек достать. Чистую массу здесь не вижу. Хотя она заходит. Сволочь такая. Но не вижу здесь чистую массу. Если только совсем полностью full flash, без благородных. Вот, пришло. Хорошо. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Можно сыграть 5, 6, 7. Чистый смещенный чоу, 16 очков. Какие быстрые ребята. Поужинаю. Пока ханчанчик. Так. Какая интересная штука. Хочется и три масти оставить, и длинную масть оставить. Но все же нельзя одновременно оставить. Чего творится отказываться? Может быть, это была ошибка сейчас, что я пару отдал. Во-первых, я дал лягушонку собрать панк. Это плохо. Ё-моё. Что творится? Фул флэш. Ё-моё. Фул флэш 7 пар. Хо-хо-хо. Сейчас, кстати, бы ждал на 7 пар, если бы 5 символов оставил. И сносил бы тройку. Не знаю, брать, не брать, брать, не брать. Дайте подумаем. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Есть 4, 5, 6. Да. Да. Беру. Потому что это ожидание. На full flash. Конечно, если бы 7 пар было еще, я бы решил бы судьбу этой партии. Вот сейчас вопрос знатока. Ждать со стены. Потому что если я возьму со стены, это будет бомба. Это будет 100 с лишним очков. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Оу, oh, yeah. Кто там в меня не верил? Но ведь подумайте, что так и должно было произойти. Если я когда-нибудь перешел бы на четвертый дан, я должен был это сделать красиво. И я это делаю. Сейчас очень вперед забегаю, конечно, еще три сдачи. И против меня играют такие же лакеры, как я. Не меньше. Но шанс у меня просто великолепный. Главное его не профукать. 1, 4, 7, 5, 8. Нет, не переплетенка.
Дамперт не видит флэш? В смысле? В предыдущей руке или в этой? В этой нет флэша, конечно. В предыдущей был. Кстати, Алгар оказался просто провидцем. Он сказал, что мне будет заходить, пока я не увижу этот фулл флэш. Так случилось. Так. Но эта рука как-то, конечно, по сравнению с предыдущей, не очень. Не очень. Что же я тут буду делать? У меня и смешного ряда тоже нет. Этого нет, ни черта нет. Какие-то разрозненные тайлы. Если бы 7 оставил, конечно, бы я оставил и 8, но уже снес. Не, ну все-таки надо. Кстати, вот сейчас можно и позащищаться, между прочим. Между прочим, да. Стоп. Давайте глянем. Так. Три ничьи, например, меня устроят. Собственно, моя рука сейчас и представляет из себя полный рандом. Ничего полезного. Да уж. Эту руку я пропущу. Слишком много лака было в предыдущей. На эту не хватило. Соперники открываются. Все у них прекрасно. Ну ладно, отдам. Чистый ряд в символах. Учитывая, что символы почти не выходят, из этого что-то может получиться. К концу партии они начнут выходить. Еще один символ. Неужели опять фулл флэш? Только в символах. Смешно. Очень смешно. Да нет. Да не соберется. Не. Но в лучшем случае чистый ряд, но фулл флэш. Неудачный панк для меня, потому что 6 символов пригодилось бы мне. Так, 5 пар. Опять на 7 пар я выхожу. У-ту-ту-ту-ту. Символы опасны для сноса. Игрок справа, скорее всего, собирает руку символов. С ветрами. Ты ё-моё. Какая штука-то, а? Лёбин.
8条。4条。白板。 Хекс, видишь, я по твоим рекомендациям сношу. Я тоже посмотрел, что единицу можно сносить. Ёшкин, матрёшкин. Так, два закрытых панга уже. Кстати, а если бы я... если бы я... Что? Что? Нет. Не получалось, да? Нет, не получалось. Ладно, подождем еще чуть-чуть. И... довольно дорогая рука, 18, то все, но он все равно в минусе. Все равно в минусе. Нормально, нормально. Третья сдача, у меня плюс 160. Я отдал только 8 очков. В этот раз зашло получше. Можно открыться. Ой, ой, как вы быстро собираете. До самого конца непонятно, что же он собирает. Да. Но у меня выстраивались в этот раз с... Я шел на 7 пар, но потом зашел первый панк, потом второй панк. И у меня мог получиться либо все панги в открытую, либо что-то закрытое. Заранее не скажешь. В этом прелесть спортивного маджонга, что рука, если ты будешь в достаточной степени гибок, не будешь сразу там с первых же секунд зашориваться на одну комбинацию, ты будешь как по такому извилистому течению плыть, и у тебя будет то сюда приближаться, то сюда. Не факт, что, конечно, что это правильная стратегия для быстрого сбора рук, но... Такая особенность в спортивных правилах заложена. Возьму я. Шесть. 3条 7万 9万. Собираю смежное смещенное чоу, если кто-то еще не догадался, если кому-то еще непонятно. 6饼红中红中七风 5条 北风 9饼 7条 8条 1饼 6条 3条东风 白板 7条 补花 4万 4条 1万 1万 8条. Микрофон у меня был выключен. Но я ничего не говорил. Я внимательно играю и помалкиваю. О,
Моя кость. Ой. Это я не хотел так, чтобы он открывался. А что это он такое делает? Чистый ряд у него. Ожидание, скорее всего. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. 2万. 2饼. А я хочу 6 символов. Я требую 6 символов. Не то. Кстати, стоп. А если эта девятка выходила, да, давайте буду улучшать стоимость за счет того, что у меня будут все простые. Девятка избавлюсь. Может быть, даже получится так, что я на шестерку и на тройку символов буду объявляться. Если она будет последняя, у меня будут все чё, все простые. Да? Это же будет 8. Хо-хо. Но пока она еще далеко не последняя. Еще 3 штуки. Надо, чтобы вышла. Точнее, чтобы 2 вышли, да? Третья моя. Напротив, кстати, точки. И... пяу. Тайбан. Цыбинг. Чиван. А, и шестерка. Ах, слушай, опять в ту же самую сторону попадает. У него уже плюс 32. Шестерка была какая? Последняя точек или нет? Да, она была... Уже все там сыграли. На шестерку я никак не работал. Окей. Последняя задача в этой партии, которую я пока безоговорочно выигрываю со счетом 152 в плюсе. Мне нужно отзащищаться. Просто отзащищаться. Потому... Хотя, если игрок справа возьмет со стены, то он может меня догнать даже достаточно средней рукой. А рука с стоимостью... Стойте, что так кричите-то? Подождите. Раз, два. 1, 4, 7, кстати. 1, 4, 7. 2, 5, 3, 6. 2, 5, 3, 6. Переплетенка. Нанфэн. Переплетенка. Пава. Почему бы и нет? Мне здесь нужна восьмерка, здесь мне нужна девятка. На тройку бамбуков я объявляю 1, 2, 3. Пател. Заходит семерка, что в принципе тоже хорошо. Можно отдать здесь. Ипинг. Количество взятых рук здесь не отмечается. Но я взял две, да. Я взял, по-моему, первую. Или нет, я одну взял, по-моему. А, вы, если всего по победам, сегодня было 3 победы уже. Что же они так кричат-то, а? Ипинг. Бэйфэн. Артел. Зашла девятка. Мне нужно еще взять восьмерку. Либо... Лютел. Панк шестерок я не могу брать. Либо панк зеленых. Тоже не могу. Пока что, по крайней мере. Пока терпеть. 5-8 сюда мне нужно. Вот что мне нужно. Выходит первая восьмерка. Пять.
Будет вообще еще более красиво, если я смогу эту сдачу выиграть с переплетенным рядом. Тогда никто не сможет сказать, что я недостоин четвертого дана. Что я получил его исключительно за счет особых способностей. Не связанных с сознанием игры. Связанных исключительно с удачливостью. Ну же, ну же. Где же, где же? 5-8, 5-8. Парам-парам-пам-пам. 8. Еще одну кинули. Да не то все это. Все не то. Что интересно. Не выходит зеленый дракон. Нанфон. Это плохая кость, но я ее кидаю. Байбан. Бонжун. Артел. Сыбин. Чител. Бател. Вышел наконец в ожидание на 8 точек. Еще 3 штуки осталось их. И в этом случае я соберу нетипичную для других вариантов маджонга, но существующую в спортивном маджонге руку, которая называется переплетенный ряд, где кости в трех мастях принадлежат к трем разным последовательностям. 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Ну, плюс будет обязательная пара и обязательная четвертая комбинация. Если не ошибаюсь, мне здесь не очень страшно кому-то накинуть. У меня достаточно хороший запас. Вряд ли здесь есть у кого-то колоссальная по стоимости рука. Вот, собственно, что я и делаю, попадая. Кстати, опять все три другие руки собрал человек справа. Кен Пенг 0-1. Но ему это не помогло, потому что я занял первое место. И это первое место означает буквально следующее. Меня поздравляют с удачным промоушеном. Теперь я четвертый дан, одна звезда. Я вошел в этот уже не столь редкий клуб четвертых данов на данном китайском сервере. Нас много. Сейчас даже можно посмотреть, сколько четвертых данов. Странно, что я по-прежнему 177-й по рейтингу. По идее, должен был стать получше. Ну ладно, допустим. Ну, то есть, я думаю, что с учетом распределения этих данов, что четвертых больше, чем пятых, пятых больше, чем шестых, шестых больше, чем седьмых, то четвертых данов, я думаю, порядка 100 человек сейчас. Может, чуть меньше. Но думаю, что где-то близко к этому.